Доброго всім ранку, це програма ранок гроші RTI», яка виходить за сприяння інформаційного партнеру порталу Finance.ua. В студії Костянтин Крупський напроти мене Алія Калініченко, засновниця і керівник фріклед так насправді швидкої і не вимовиш. Freak Led проекту біокукли. Доброго ранку. Доброго ранку. А отже, є такий проект, який ви заснували. Він а, називається Freak LED проект Біокукли. Я розумію все. Фрік це, а фрік це. Це люди, які а, якось прикрашають себе, да? а, не так звично да. для інших людей, да? для, для більшості, так, мабуть, лед а, повинні бути якісь там освітлення, да? це на, на тілі, тобто, да? Да-да-да, все на тілі, все світиться, все А свиркає. біокукли. Ну, тобто, це я як фрік, який начепив на себе щось таке, якщо ну, там випромінює якесь світло, і я є біокукла, і я ходжу так. А всі. люди uh, смотрят <свят> на меня и тішаться. Ну, по большому счету, да, но у нас есть еще небольшая такая фишка, мы единственные, кто работает в этом жанре в, Укра... в Украине, работаем топлес. У нас женские коллективы, и аналогов нам на сегодняшний день нету. Вот, поэтому кроме того, что мы фрики, что мы работаем LED, вот, мы еще и работаем топлес всему этому. А вашу стринку мы можем показать на фейсбуке? Конечно, да. да, да. Можем. А, Особистую вашу, так? Конечно, да. Можем показать. Сейчас я буду тогда осторожно открывать фотографии для того, чтобы э, топлес... Я думаю, что сранку, а вдруг дети? А вдруг э, ось так выглядит, да? Це, э... Э, нет, это просто обычная фотография из жизни. Там э, сбоку можно посмотреть топ. Так, Более конкретно, фото, фото, да, да мы натискаем и можем посмотреть, как вообще происходит. Вас приглашают на вечеринки, там, да, да, да. песочная анимация это уже старое, а фриклет-проект биокуклы это классно. На сегодняшний день мы очень востребованы, поэтому, наверное, классно. <laughs> Для того, щоб заснувати власний проект, що для цього треба. Ну, мабуть, там закінчити школу, піти навчатися wow. в інститут, жодного дня не працювати за спеціальністю, яку навчав на яку навчався 5 років, а потім щось повинно статися, так? Приблизительно, да. Приблизительно, да. Дело в тому, що ми значальне само дітство танцюємо, вот, і высшее образування у нас була економічна у обоих, там дві дівочки, то в в составі. Вот, но, тим не менее, Всю жизнь мы свою на сцене находимся, <гум> вот и а, потом уже, когда выросли и решили все это объединить, и вот тебе экономическое образование и танца танцы, которые с самого детства. <гум> ну, <гум> а экономичного <гум> света, вы на не, не поработывали, да, там в офисе, в банку, в какой-то компании не было таки и не было на и бажания, как там в офисе, а як там, а, может, его там <гум> я дорасту до какого-то там коронака виделу, а может, буду заработать на плотня там, где-то а, там 15 тысяч гривен и мне <гум> Мне не надо было дорастать до этого уровня. Я сразу взяла и сделалась керевником. Руководителем. А отже, у проекте всего-навсего две девчонки, чи два засновника, засновницы? Основная часть состава — это две девушки. А у нас также есть другие участницы, которые либо на подмене, либо в другом городе, например, может находиться. А есть видео, где мы можем подивитися, например, ну, как все это происходит вживую, для того, чтобы понять, Ну, там, наскільки все це яскраво. Якщо я зайшов в, в YouTube, так, я повинен там в пошуковій строчці що набрати. Ну, в принципі, ви Можете, мабуть, знайти біокукли. Просто. Да, да. А, російською, так? Да? Біо. Ну, без різниці. Біо. Там дифіз тире. Мені одним словом, можна сказати. Кукли. Кукли. Біокукли. Да. Так. И... и вот второе сверху. 15-го року. Да. да? Это, То есть это уже больше року, так? Ну, мы вообще существуем 4 года. Но дело в том, что у нас э, 3 года ничего не было известно, потому что мы постоянно на гастролях были. Mm -hmm. э, мы практически не оставались в Киеве. Мы основали проекты и уехали в Украину, и ближнее зарубежье, потому что э, на тот момент Киев не мог себе э, купить э, эту э, шоу-программу. клубы были бедненькиекие mm. вот а, а в последний год как-то больше остася в киеве потому что может экономическая клуб невели бы Отже, четыре роки тому было створено ваш проект. Да. А готовились вы до створення этого проекта там еще, может быть, там пару років, так? Нет, в один момент как-то все так получилось, Та, знаете, как все большие дела творятся с какого-то маленького а, комментария с какой-то маленькой а, видео. Да, мы под подивимось, и будем так так само. О, тут 18 О, стоп, 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 стоп. стоп. 18 в конце. 18... Вісна... ви скажете, коли буде 18+, плюс. Е, е... Я подивлюсь це окремо вдома, сам на, на одинці. Так а, отже, чотири роки ви е, тому створили цей проект. А дві дівчини було там. Це такий основний склад. Ви і да. ще одна дівчина. Да. А ви танцювали? Отже, у вас хореографічна освіта є. Да, да, конечно. Вы заканчивали там некий вуз, да? А э, Не там, вуз, танцы? я училась при балете и в гимназии. Вот, типа школа, именно для танцоров. Uh -huh. Но а там же ж якась класика, да, була там, якийсь там модерн, джаз, як, як, там, які там може всі бути. Все там... стилі, абсолютно все стили, начиная от класики, заканчивая, а, заканчивая самими современными течениями, uh -huh. хіп-хоп. На тот момент это было очень модно, хіп-хоп. Я, я думаю, что ну, для того, щоб створити там фрик проект, а, треба підготуватися. Ну, і внешне теж. Тобто, я думаю, що це сьогодні ви вирішили, а завтра ви вже пішли. Для того, щоб нанести там малюнок, він повинен там як-то. Для того щоб проколоти щось, воно повинно там зажити, наприклад. І підготовка зайняла у вас. Мені не прийшлося готуватися, тому що я вже була внешні готова. В принципі, десь ще, мабуть, минута і начнеться 18 плюс. Добре, тоді ми зупинимось, щоб не було звинувачень, Вот да, там, да, да. зранку, що це таке. Добре, ми поки що перервемось на музику, а потім знову до розмови. Нагадаю, в студії Аля Клініченко, засновниця і керівник проєкту під назвою Біокукли. Це фрік лед. Проект, який існує вже 4 роки, да. здебільшого він працював там за кордоном. Ну і ми за межами України. Да зараз працює здебільшого в Україні. Київ, вся Україна, так до музики, а потім до розмови. Доброго ранку. Це програма Ранок гроші Артя і насправді про гроші. Курс НБУ сьогодні долар 25 гривень, так рівно прям. Євро 28 гривень, 36 копійок, російський рубль 0,39. Інформація надана порталом Finance.ua і Інформація на правах реклами. В студії Алія Калініченко, засновниця керівник фріклед проекту Біокукли. Чотири роки він існує. Я зрозумів так, що це дорогий проект. А Київ не зміг його потягнути перші три роки. Тобто, виступ один. Один коштует там, ну там, 1000 условных единиц. И клуб каже: о нет, в нас там, я не знаю, там гурт э, антитела там выступает там за 500 а вы там, э, там, один только ваш выступ там уже тисячу э, долларов. Нет, ну мы на сегодняшний день говорим о стоимости, о том, что это супер дорого. Просто когда мы появились 4 года назад, это была немножко другая финансовая ситуация, наверное, в стране. И немножко по-другому оценивали станциоры на тот момент, когда мы появились. Поэтому, когда мы приезжаем в Киеве, точнее, выступаем, а, у нас одна цена, и Киев такой говорит, о, девчонки, вы понимаете, ну, у нас же тут пиджейки, они же там, ну, как бы не очень дорого стоят, все это дело, и на вас просто не хватит бюджета. А когда мы приезжаем в другой город, все, ой, какие звезды, они же с Киева приехали, о, это светящееся шоу, у нас там афиши, и все, там мы звезды, а здесь мы, получается, просто не можем выбиться в рынок. А если цены е тайны, сколько выступаю коштует? Вы и там программа ваша ну, там на 30 хвилин, да вы нам может быть там а, нас, понимаете нельзя сказать о стоимости потому что каждый клуб под себя подстраивает нашу программу вот все познается в сравнении я не могу сказать что дорого что дешево но мы стоим дороже чем остальные проекты просто во-первых потому что мы работаем топлисы потому что мы единственная в Украине и это наша такая частичка монополии и мы можем себе позволить стоять дороже чем все остальные проекты не могу сказать сумму потому что она все равно все познаются в сравнении. Mm -hmm. А mm -hmm. топлис прям, взагалі топлис? Ну, я просто бачу фотографии, да там хрестик. Э... А, да, да, вот у нас топлис, но знаете, мы девочки скромные. Да, все-таки э, 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 трохи не зовсим топлис. Ну, витро. вот, немного да что немножко так есть но во первых у меня это с точки зрения безопасности потому что у меня пирсинг везде и я боюсь его все поразрывать на себе так. вот и изначально мы начали э, использовать наклейки для того чтобы потому что я была после пирсинга вот а потом как-то все это понравилось и мы его оставили себе это теперь наша фишка за Как я кто распочиналась гурты 80-х, здається, да? там був гурт ласкавий май. Був один склад, інший склад, третій склад, четвертий, п'ятий. І можна було побачити їх в один день в різних містах, взагалі там СРСР. А зараз є перший склад, другий склад, третій склад. Якщо це там востребовано, Я понимаю, что сегодня можно дать концерт в Киеве, одночасно в Виннице, например. Да, это все востребовано. У нас есть очень много дат, на которых там по два, по три, иногда по пять клубов на одну дату припадают. Вот, Но э, я не создаю второй состав только потому, что я очень ответственно отношусь к работе. Я не могу отправить кого-то другого, а одна выступать в другом месте, точнее, например, в Киеве, а в Виннице отправить другой проект, потому что я не могу отвечать за каждого человека. Это человеческий фактор, я должна все проследить, все посмотреть, всех одеть раздеть потому что все костюмы э, я делаю сама и я знаю что зачем как подключается и так далее вот э, поэтому я не могу это доверить например кому-то другому человеку но у нас есть другая система у нас есть система плагиата то, то же самое что я например не создаю свой проект но есть ребята которые просто берут и э, изначально передирают все А ваш проект це так само якийсь плагіат, але просто там з Америки, там з Європи, з Японії, наприклад? Вони ж там взагалі там на голові на голову такі дуже дивні, скажімо так, японці. І тому ви щось там побачили і взяли і використали. Ну, знаете, у нас никто не выдумывает заново колесо. Все ясно, понятно, все понимают, откуда все произошло, когда-то захотели кто-то подсветить, там, да, там роботы в Европе работают и так далее. Вот, очень много таких проектов. Я не могу сказать, что каждая из мелочей, которые на моих костюмах, это моя авторская работа, но много чем вдохновляемся, как любой дизайнер, плюс я по образованию еще дизайнер, у меня несколько образований, вот, и естественно, что все дизайнеры вдохновляются друг другом, вдохновляются тем, что раньше было, что-то свое добавляют, но это синтез того, чим я вдохновилась і э, моїх яких-то наробок. з приводу синтезу. Як там в одному реченні сказати, що це таке? Ну, якщо там є там каучук, ми розуміємо, що дівчина виходить і вона гнеться так, як ніхто не зможе. Якщо це жонглер, він бере там предмети якісь і жанґліру фокусник. Там ілюзіоніст, він там там мікромах, там, наприклад. А це що таке? Здесь одним словом нельзя сказать, потому что здесь идет очень большой набор разных качеств, которые мы показываем на сцене. Мы это называем топлес фрик энд лед шоу. Естественно, что есть и топлес, и фриковый, фриковость костюма определяется уже визуально, и топлес в принципе как дополняющие. А часть. вот э, идея. Вы там с подружкой сидели, сидели, что же делать? Надо треба как-то там, ну там зарабатывать грошечки, там, якщо э, танці створити властный балет, ну так, возможно, не дуже, да? а, я... Очень насыщенный рынок был на, 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 тот, на тот момент, и все просто в принципе сидели без работы, я бы так сказала. Вот, поэтому а, у нас не получилось так, что мы с подружкой, а, знаете, как бы кризис кризисом, кризис кризисом, и когда ты доходишь до самого дна, ты понимаешь, что а, все, работы нету, и надо что-то с этим делать. И ты это понимаешь только тогда, когда ты вот полностью на дне лежишь. Когда пол полная... Да. Вот, когда вот полная, вот, это такое перезагрузка была, и я начала менять в тот момент свою внешность более кардинально. Кто-то да, вот сейчас на экране, кстати, первый наш костюм. Вот, э, и на тот момент проходила э, лошадка пати. Это такая закрытая вечеринка э, для очень вильных людей. Вот. И мы использовали в своих костюмах именно на эту вечеринку разные распираторы и эм, всякие технологии. И кто-то мне просто чисто случайно, я до, до сих пор даже не помню, ВКонтакте написал о том, что ой, прикольно бы было это все подсветить. Я прочитала, поговорила с друзьями, говорю, это вообще возможно. Они говорят, да, все возможно. Друзья-инженеры на тот момент помогли. Вот. И как-то с тех пор мы не останавливаемся. Чисто случайно просто человек, который там мимо проходящий по моей странице написал Прикольно, бо було підсвітити. Все. одна фраза, яка я на сьогоднішній момент, все, що я імію. А um, коли була ця криза у вас, да? там 4-5 там років тому, коли yeah, ви зрозуміли, yeah. що роботи нема. А яка тоді була та робота, якої не було? но она не приносила того желаемого дохода и не приносила реализацию у меня как личности на сцене просто выходите и, и на сцене показывает то же самое что показывает там 350 человек в киеве это было уже неинтересно это было недостаточно оплачиваемое мне не хватало того что мы зарабатываем мы, вот. мы не можем за рассказать да что это была за работа. нет это обычная гоу на сцене как в каждом клубе и... И там за выступ, за э, вечер, за ночь, за вечерку там 300 гривен, да, например? Ну И... <связывая> не 300, но этого мало было. На тот момент мало было, а сейчас это вообще даже не вообще сумма, которую нельзя говорить, потому что э, это <связывая> это очень мало. Но тем более девушки, когда ты понимаешь, сколько ты сил в себя вкладываешь, и для того, чтобы выглядеть на сцене, изначально нужно финансирование хорошее. Потому что, если ты работаешь в клубе на окраине, это уже одно дело, а если ты хочешь пробиться в более красивые клубы, дорогие, тебе нужно финансирование, естественно. На тот момент финансирования и не было, и этого не хватало. А финансирование, то есть, по-моему, какие-то инвесторы, которые вкладывают в, я не знаю, в девчат? на момент создания проекта, естественно, что мне помогли, mm -hmm. вот. И в принципе, когда он вложили деньги, то это я делала уже целенаправленно на создание определенного то есть как и в любом бизнесе был стартовый капитал который было там зібрано, например там и ви вы вытратили их там на обладание там о конечно конечно осветление да ну это во первых мы же выходим на сцену представляя не только костюмы но и себя вот. Поэтому в себя тоже были на тот момент вложены деньги, для того, чтобы все было дорого, красиво, богато, и для того, чтобы это нравилось клубам. В студии Аля Калининченко засновная керівник фрик-лед-проекту Биокуклы. Мы до музыки повернем після списленной реклами, рекламы, а потом же до розмови. Добро усім ранку. Це про, а, програма Ранок гроші RTI». студія Алія Калініченко, засновниця керівник фріклет-проекту Біокукли. Ну, а, можна ще подивитися. Я думаю, що глядачам буде цікаво, але попереджайте, якщо це буде а, не зовсім ранково. Біокукли ось це відео. А, а, вот Пропускаємо, да -да. так. Це інтерв'ю, це біокукли в кафе, в такому-то. Ой, я взагалі не знаю, що це таке. Так, добре, далі, біокукли. Uh, reflection, да, Вот, как, как думаете? Понимаете, так как мы работаем тупли, то у нас очень много видео, которые, естественно, 18 плюс не сполистайте и немножечко. Mm uh -huh. uh, А, вы работали а, uh, здебольшего там первые три роки за межами Украины, так? Uh, Чи... Нет, в Украине работали в ближнем зарубежье. Uh -huh. в ближнем. А промо может быть? Uh, все... Это Єстесно, що все буде топлі. Ага, зрозумів. А як взагалі складаються там стосунки з нічними клубами, які вас не знають? Ви приходите, у вас є там 5-6 відео, да, там вдалих на ваш погляд, ви говорите, там ось дивіться, там ми можемо там в п'ятницю, там в суботу там, попрацювати. Ось так це виглядає. Ось такі є фотографії, ось в таких клубах, країнах а, і містах ми виступали. Є якісь таке портфоліо, які там в електронному вигляді потом там в живом, там фотоальбом, бач, это я, я там в 10 років, это я в 12 років, <сум> <сум> ну и так далее. И, когда мы начинали, естественно, что начиналось, то, э, я по образованию пиарщик, вот, поэтому... Когда мы начинали, естественно, что сначала нужно было презентовать свой проект и говорить о том, что вот, ребята, у нас там основано новое какое-то течение, да, и мы хотим в вашем клубе выступить. Вот, естественно, что кто-то хотел, кто-то не хотел, кому-то дорого, кому-то не нравилось, вот, но в основном нравилось всем, и с тех пор, как мы начинали там работать, клубы наши первые, они до сих пор являются нашими постоянными заказчиками, чем мы очень гордимся, и, естественно, что любим эти места свои, которые <laughs> еще а... самых первых. Сейчас э, на данный момент этого не нужно делать, потому что, в принципе, нас... Э... Грубо говоря, все знают. <свят> вот поэтому мы, мы, например, там говорим: а, мы никогда сейчас заказчикам не звоним. Но ну, ну, последние несколько лет, так это точно. Вот, разве что если у нас какая-то там дата сгорает, или там, я не знаю, у кого-то срочно что-то случается в клубе, что у нас летает дата, тогда мы можем предложить своим постоянным а, заказчикам сказать, что ребята у нас летела дата, и вот такие вот. есть То -то, на, на там три месяца вы уже знаете, где вы будете выступать. А, иногда на три, иногда на месяц, но минимум на месяц месяц точно, и есть даты, которые мы знаем, например, там э, за полгода, если это открытие сезона, например, осень, да, и их бронируют в основном где-то начиная с февраля. Так, а в це это больше такой клубный формат, да, э, ну корпоратив, я думаю, там телеканал RTI, не можешь замовити фрик-лет? Очень да? часто, очень часто, М да. Може. Мы, мы работаем и на небольших мероприятиях, вот таких там закрытых, да, вот, и на корпоративы, естественно, там, где мы влазим в по формату, в основном, если, например, Новый год да, идет, и у всех начинаются компании корпоративы, и у всех начинаются э, какие-то стилизированные вечеринки. Естественно, что э, мы год просидели в офисе, и мы хотим показать всех своих демонов, выпустить наружу, и начинаются Звездные войны, девушка, кошка, Бэтмены, и так далее. Вот и никому уже на эти мероприятия не будет интересен какой-то там танц танцевальный коллектив э, с э, перьевыми веерами и в какими-то латинскими. Эм, танцами. А вот. у вас есть, да, костюмы там, Нет. Бэтмен, девушка-кошка, да, черепашки-ниндзя. Ну такого нет, но, тем не але ми підстраємо свої костюми під кожний корпоратив. У вас если... просто ведучий, який далі ну, от там, з 11-ї працює, він дуже любить фільм Черепашки ніндзя. І так, і коли він там подивився першу серію, а потім зараз вийшла нібито друга. Він натхненний, прийшов на ефір і просто Черепашки Ніндзя. Я розумію, що якщо б у вас був костюм Черепашки Ніндзя, ми могли б йому там на день народження запропонувати якийсь такий ексклюзив від вас. Ми взагалі ви взагалі не говорите про громаду. Проще. А, да? Якщо... Нет, я не говорю о а, а стоимости на сегодняшний Добре. день. Стандартный капитал, який было вытрачено на костюмы, на освещение и такая индже, можно озвучить? А, я, если честно, не помню, но я знаю, что вот каждый костюм обходится где-то приблизительно тысяч, от 15 тысяч гривен до, ну, по-моему, самым дорогой где-то около 25 тысяч гривен. Вот, у нас обходится. Mm -hmm. а, это не только там какая-то светодиодная часть, а у нас очень много используется материалов, и мы используем самые качественные материалы, которые могут позволить. А есть же какие-то мастера, какие то эти костюмы, так? Да, это я. Вы сами роботы и костюмы. Да. Всю эту лет-стричку, да, такую, да, да, такой, да, 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 да. Все вшиваете туда. И есть знакомые инженеры, и все это там... Изначально, когда начинался проект, был знакомый инженер, на сегодняшний день я могу э, это все делать сама. Mm -hmm. То бишь, начиная от разработки костюма, который я рисую на своем листике, заканчивая тем, что я сама его сошью, я его спаяю сама, приготовлю, mm -hmm. э, подготовлю на парницу, и мы приедем в клуб. И это полностью проект, который, начиная от нарисованного, заканчивая нашей сценой. Э, это все делаю вы я. Вы роботы властными руками? Да. Тобто вы шиите два, два костюма как минимум, так? Конечно, конечно. И, и на выготовление одного костюма идет там, ну, там месяц, например, а, да? От месяца до трех. Иногда бывает такое, что вот посмотришь на что-то, вдохновилась, вдохновилась и думаю, ну все, ну все, вот сделаю за две недели, и я тогда вот все, не сплю, не ем, и недели вот три я могу влезть в то, чтобы сделать все До речі, самого, самого. Ні сплю і ні їм. А як готуються а, там олімпійські, якісь там да, там а, спортсмени? Ми можемо себе уявити. Да, тренування там вранішні, якісь там пообіду ввечером. Mm -hmm. А як можна тут а, тренуватися? это не тренировка, это способ жизни. В любой момент, сегодня, например, понедельник, мне звонят и говорят, что девчонки, нужно, нужно срочно выступить, а я не подготовленная, как такое может быть? Нет. Мы, начиная от, я не знаю, начиная от маникюров, педикюров, заканчивая готовностью костюмов, всегда готовы, в принципе. Я пожежники. Да. Да. зараз? Да. Слетают в машину да. И, и, и Да, да, так, да. Вы так, вы так ну, во-первых, что мы работаем 4 дня из 7 в неделю, это очень много на сегодняшний день, потому что, наверное, потому что мы очень востребованы. Вы сами так встановили, так? Там, вы там понеделок, вторник вы не працюете? Да, среду работаем, четверг работаем или не работаем, пятница, суббота, воскресенье работаем всегда. Вот. То бишь, 4 минимум, максимум можем и 6, и 7 можем работать дней в неделю, в зависимости в зависимости от загруженности месяца потому что есть такой месяц который например межсезонье межсезонье а есть такой такой месяц как декабрь, там там мы работаем работаем ну за один один мы мы можем дать, там там ну, раз 40 выступить в, принципе, mm -hmm. дать То -то раз... в один день в можете в неї, де в и три. Смотря, как мы влазим по времени. И... Я э, прослухав Вы за первую свитую вы экономист, а за другую вы пиар, что то вы закончили два э, У меня получается, что э, я закончила по специальности маркетинга, а она есть финансовая, ну как бы экономическая специальность, в принципе. Вот и пиар это как маркетинг пиар. А, в мене росте донька, їй зараз там, ну, майже там 10 років, і я розумію, що вона може також якийсь проєкт вигадати. Як батьки ставляться до фрік-лед-проекту Біокукли? В 18 плюс. <laughs> родители относятся очень положительно. У меня дома висят мои плакаты. Вот я очень благодарна своим родителям за то, что они меня воспитали именно свободным человеком. Когда я могу выразить все, что у меня в голове, я могу все <laughs> это выразить на сцене, и мои родители мной гордятся. И я когда даю интервью, всегда говорю о том, что спасибо родителям, что воспитали меня именно так, что я могу себя проявить. А взагалі батьки, они там до шоу бизнеса, до танцев, до співів, до выступив, я не знаю, там ну до чего, не там до музыки какой-то, до композитора, ну что-то <гум> такое. Родители работают на серьезных должностях, но мама у меня музыкант, папа у меня так же самое там всю свою молодость играл на гитаре, все ж такие свободолюбивые. <гум> вот, но тем не менее, да, любовь к музыке у нас в семье есть, к танцам я первая. <гум> А, а в дитинстві а, була якась мрія? Я мріяла бути, ну, якісь там такі стародавні мрії, да, там Конечно. лікарем, там, я не знаю, там, вчителем. От ким мріяла бути Аля? Аля мечтала быть всем и, и реализоваться, наверное, и в каждой из сфер. Да, мечтала танцевать, мечтала рисовать. Вот, танцы, естественно, я это все воплотила, а рисованием я, наверное, занялась, когда пошла на дизайн. Я учусь в Академии Андретана, это мой дальнейшее образование, вот, а, а, начиная от того, что я рисую, заканчивая тем, что я делаю своими руками. Это, возможно, не совсем э, то, что я думала, буду стоять на Андреевском э, там, спуске и продавать свои суперкартины mm -hmm. очень дорого. Но, тем не менее, це моє творчество, яке вылилось на сьогоднішній день на проект. В а в есть. Андре Тана, в нього там відкрився якийсь новий, новий магазин, да? його там. А... У постійно все время відкривається. Да. В нього одяг більше жіночий, чи більше чоловічий? Сейчас, от він запустив мужську лінію. А, тобто раніше було б більше... більше жіночого. І ви ну, бачите, в нього є чому там навчитися і йдете до нього в академію. Конечно, да. а, там, ну там, наприклад, там імені якогось там відомого, там, а, там там ну був, був там Воронін. Да? Да. Я розумію, що він вже до виробництва не мав тоді ніякого там стосунку. <гум> да? Просто бренд, просто ім'я. Андре Тан, он все-таки выкладывает что-то, он приходит на лекции и говорит, там краить треба вот так, шов должен быть ось такой, а вот там новые там, тенденции там, в моде и такие иные. Андре Тан в первую очередь это человек, которым я восхищаюсь, и я очень благодарна э, всем <laughs> энергетическим потокам, которые направили меня именно к, к нему в академию. Э, у нас проходит... Э уроки с другими преподавателями, естественно, потому что он не сможет везде успеть и все показать, и все рассказать. Но он все знает, он ко всему причастен, и он всегда заходит э, к нам, здоровается, и он преподает нам мастер-классы. То бишь, если он приходит, мы там занимаемся в классе, да, он может прийти и рассказать, как он это видит по-другому. Иначе Іншим, словами, в майже на выкладае есть какие-то такие эксклюзивные э, мастер-классы, которые воспринимаются как свято, як вау. Знаете, это, наверное, как само собой разумеющееся тем, то, что он имеет отношение к нашему процессу учения. Он все время находится там, и он нас вводит в свой шоу-рум, все рассказывает, показывает, он проводит мастер-классы, мы у него на самых там, на показах присутствуем. И, и в принципе, то, что я учусь в Академии, мне преподает другой преподаватель, я абсолютно этого не чувствую, потому что он всегда в принципе с нами находится. Так, правильно, что я разразумев. То То, вот фріклет проект біокукли, це не просто так. Там сиділи дві дівчинки і вирішили. А, давайте ми зробимо пірсинг, а давайте ми зробимо там якісь модне тату, і вийдемо на сцену в фаналіках, і будемо танцювати. Економічна освіта. Так, ви Конечно. маркетолог. Да. Да? А Ви професійно займаєтесь дизайнером одягу, ви самі шиєте а, власні костюми. Да. А Пошиття там, одного костюму там, коштує там, від, 5, від 15, 15 до да. 25 тисяч гривень. Це ну, ну, дуже трудно, звісно, приблизно. Ні, ні. Тобто а, ну, треба зрозуміти, що а, а, яка людина стоїть за цією назвою, Там mm -hmm. нібито там, ну, всі та фрік, а, фрік. Да? Ну, тобто, Давление в там в, там в социуме до фриков, ну это как, я не знаю, ну, як, там, ну если не клоун, ну какая-то така такая, людина, да, там, краще, да, там, да, да. да, там, так вы чувствуете, что якось там. Знаете, изначально, наверное, когда мы говорили, что мы фрики, наверное, я все-таки понимаю. Ну так. Вот, но понимаете, фрик фриком розні Например, у нас есть там фрик-проекты, которые одеваются, от... грубо говоря, пошли там в какой-то строительный магазин, надели на себе какие-то странные каркасы, и они тоже фрики вот но дело в том что здесь имеет отношение также и фэшн мы иногда сейчас подписываем о том что фэшн фрик проект потому что у нас такое леди леди это видно в конце альбома потому что это очень старая фотография вот у нас уже идет как леди шоу ну, и в принципе, вс... все костюмы должны подчеркивать женственность, и так же самое. У нас используются дорогие материалы, дорогие ткани, дорогие стразы, и все это накладывается на то, что, понимаете, мы фрики, и вроде как бы все думают о том, что фрик это что-то там дешевое, это там из мусорки что-то собрано, вот, а в данном случае это абсолютно по-другому. Ну, я сподеваюсь, что мы все-таки показали бэкстейдж, э, да, э, людины, яка стоит за этим проектом, и рассказали, что это не просто так. Нет, это это не просто так, это достаточно трудоемкая работа, и плюс умение это все правильно преподнести в клубе, правильно продать, вот. И, ну, в принципе, не только в клубе, потому что мы начинаем от маленьких площадок, заканчивая огромными площадками и фестивалями там, где нам хватает света. А вы вот. как и директор, как и пиарчик, и как и Я полностью руковожу этим проектом, угу. начиная с самого нуля и заканчивая тем, что я его продала. А в студії була Аля Калініченко, засновниця керівник фріклет проекту Біокукли. Дякую вам, що завітали до нас. Спасибо большое. Вам. Нагадаю, що програма виходить за сприяння інформаційного партнеру порталу Finance.ua. Ми до музики повернемось, а потім в наступній годині до нашого наступного гостя. Побачимось.